Загородный пляж Махачкалы убрали участники стратегической командной эко-игры «Чистый Каспий». В общей сложности собрали 275 мешков с мусором, не считая автомобильных покрышек. В акции приняли активное участие глава региона Владимир Васильев, первый заместитель руководителя администрации президента страны Сергей Кириенко, а также члены правительства республики и финалисты конкурса резервистов «Мой Дагестан». Стоит отметить, что «Чистый Каспий» – экологический проект, который проводится в формате небольшого фестиваля, где участники делятся на команды и соревнуются в сборе и сортировке мусора. Акция знакомит молодых людей с культурой раздельного сбора и сортировки мусора, привлекает их внимание к проблемам экологии.